Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым посещение гражданами Украины Нагорного Карабаха. Как говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, такая позиция касается также посещения Абхазии с Южной Осетией при въезде из России. МИД подчеркивает, что неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ. При этом ведомство в связи с неоднократными обращениями наших партнеров настойчиво рекомендует гражданами Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, а также прилегающие к ним районы, руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии, нарушение которого влечет за собой административную и уголовную ответственность. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.